Устранить так называемую бомбу сложности сети Ethereum Classic позволило обновление, об успехе которого сообщили разработчики. Негативных последствий или ошибок после форка зафиксировано не было. Планируется, что апгрейд сократит время создания блока и еще больше разделит блокчейны Ethereum и Ethereum Classic, как технически, так и идеологически. Напомним, что сообщество Ethereum предпочло переход на алгоритм Proof of Stake, в то время как Ethereum Classic Community решило продолжить использовать Proof of Work, поскольку этот алгоритм менее подвержен централизации, нежели форджинг.